военно-патриотическом клубе «Форпост» вручили сертификаты 4 активным губкинцам, которые прошли курсы доврачебной медицинской помощи регионального проекта «Умею, делаю, спасаю». Теперь они могут не только оказывать профессиональную медпомощь пострадавшему, но и вести им подобные курсы. Первые лекции для представителей соцсферы, культуры, спорта и образования провели сразу после торжественной части. Это у нас уже 4-е по счету обучение, которое проходит в нашем городе именно навыкам оказания первой доврачебной помощи. Это полный курс, то есть рассматриваются все виды травм, ожогов, также сами принципы оказания первой помощи, начиная с АЗОВ, ну и заканчивая уже там возможными там наложения там, шины, ланкетки. Именно то, что касается, то, что я считаю, что это чем хорош этот проект, что каждый гражданин, который его пройдет, он сможет оказать помощь близкому человеку. Напомним, проект «Умею, делаю, спасаю 2.0» реализуется на Ямале при поддержке губернатора региона Дмитрия Артюхова.